Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус, Гусанёк, Угабуга, Фриз, Пика, Думыч, Заварной Кофе, пацаны, поздоровайтесь! Привет! Привет, привет. Здравствуйте! Всем здорово! Здравствуйте! Однако всем здравствуйте! Для моего канала один очень хороший человек сделал Nextbot Skibidi Toilet. Если тебя текущий приятного аппетита, а мы сегодня выживаем и угораем. Погнали! Он сделает для начала простую модельку, а потом сделает анимацию и куча всего, поэтому это пробная версия, потому что в общем доступе Skibidi Toilet вообще нигде нету. Очень приятно, что для меня подписчик сделал такой классный Nextbot. Поэтому лайкосик за его работу и подписку для меня. Для нас. То, что мы сделаем очень классные веселые ролики. Он очень высоко прыгает, очень высоко. Да блин, откуда он взялся, этот жопа? Если этот ролик наберет много тысяч лайков, то и можно управлять, и мы запишем, когда будет настоящий игрок управлять Skibidi Toilet'ом. Надеюсь, до того момента его уже сделают анимацию. А уже сделали анимацию, просто еще не загрузили. Так, быстрее, быстрее, убегайте, пацаны. Давайте здесь постоим и посмотрим, насколько у них высокий интеллект. Да, и смогут ли они вообще здесь пройти. Ждем. Они едут к нам. О нет, think about. Бежи. Нет, он, кстати, не подошел ко мне. Ой, я упал. Давайте проверим, упадет он или нет. Они не падают. Ой-ой-ой, красиво убил чувака. Эй, я говорю, сальто делать не... Он спрыгнул. Они умные, они... Мне кажется, еще, да, добавлять надо? Да-да-да. Погнали! Много что... Так ты жопа, подсрачник ко мне влупил неплохого такого. Еще, еще, еще. Кстати, вообще, да не лагает? Не лагает, вообще. Классно, хотя... Ой-ой-ой, блин, поцеловал туалет, такое себе. Мне это не понравилось на самом деле. Воняет немножечко оттуда. Да что ж такое? Я после этого Nextbot'а что-то боюсь на туалет садиться. Голова не вылезет оттуда. Такой, цапни тебя, а? Да-да-да. А, еще хочу кое-что сейчас в этом ролике показать. Опа, он мимо пробежал и не убил меня, представляете? Это очень круто. Сейчас, пока я бегу, я возьму эту штуковину и покажу, что он еще умеет. В машину, садитесь! Ой-ой-ой, а что с машиной? У меня колесо в салоне! А что с машиной? А что с машиной? Ого, она улетела! Ребята, смотрите, как они толкают жестко. Псих, что ли? Давайте еще разок возьмем машину. Попробуй на машине поугонять. Да задрал, блин, сразу ломает машину, пацаны. Сейчас будет мега взрыв. Не надо. 3, 2, 1, 0, взрыв. Где взрыв? Ого, не толкают. Ха-ха, я в машине музыку слушал. О, танк пошел. Давайте на танках. Нет, танк он будет очень долго дамажить. Просто тебе воду скинет и все. Все, я полетел. Я полетел на машине, отлично, отлично. Ну, главное, пацаны, удаляйте танки и машины, потому что, чувствую, у нас вылетит Гаррис Мод, потому что я еще буду ставить очень много штук. Вот это у меня утриндолил. Нормально так. Давай, колеса в салоне позалетали. Неплохо дамажит, неплохо. Еще раз. Все, сейчас я не попадаю, не попамся им. Не попадусь. Сейчас буду красиво убежать. Красиво будем уезжать, по красоте. Давай, газуй, газуй, газуй. Отлично, отлично, ребят, я выживаю. Что, я тут встану? Может, еще поставить, я думаю, нет? Все, я с тобой, Дима. Так, я по звуку... А, блин, я не увидел его! А что с машиной? А что со мной? Все, теперь буду вечно жить? Ха-ха-ха, ребята, вот это баг. Из-за того, что колеса залазят как-то в салон, багается текстурка. Вообще, я раз такой баг вижу. Я зря вышел тогда. Дима, ты где? Я сейчас стаю, наберу и к тебе приду. А я смотри, я на машине в воздухе завис, видите меня? О, я пока здесь висю, я еще буду ставить. Да что ж ты будешь делать? А, ты видимо в туалет разбил. А его можно? А, и где можно, ребята, убивать? Реально можно убивать их. Это очень, кстати, после его смерти нереально мощный взрыв, такой в радиусе, наверное, 20 метров. Интересный вопрос, а как они тогда ходят в туалет, если они сами туалет? Ну вот так вот, они вообще не ходят в туалет. Они людей туда забирают. Да. А, он сзади меня, бегите! Беги, 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 беги! Я сдох. Стоят тараканов каких-то. Веселый. Еще ставлю. Ха-ха-ха-ха, вот это веселье началось. Ребята, штук 40 поставил. 40 Skibidi туалетов. Ну что, давайте, мужики, что ты мне сделаешь? Не попал? Не попал? Оп! Да откуда ты взялся? Запахом убил, наверное. Я не знаю, чем можно было меня убить. Вот это смертей сколько. Смотрите, справа вверху показывают смерти. И там постоянно мои почему-то. Это несправедливо.
Опа, на машине кто-то едет. Так, я бегу за тобой, пока прокатишь меня на тачке. Бегу, 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 я сяду, я успею. Все, тупо газуй, газуй, газуй. Давай, 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 быстрей, быстрей. Отлично, меня Фредди везет. Где вы еще видите такой тандем? Фредди и Балди на тачке катаются от скибиди туалетов. Только на канале Divas TV. Газуй, 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 с шифтом, с шифтом. А я шифтом. Ты не сядешь, там только два места в этой тачке. Я сейчас создам 4 тачки. Давай, 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 4 тачки создавай. А-а-а! Газуй, быстрей! Да не воду, ну что ж ты делаешь? Дима, стой! Ай, блин, убил меня, жесть! Еще ставлю. Не, не буду, наверное, еще их ставить, потому что, мне кажется, тоже будет сильно лагать. Уже подлагивает иногда. Все, я на тачке, а теперь я им не дамся. Я тоже на тачке. Я буду жестко, я буду очень жестко уезжать. Ну что, поехали? Давайте фон дрифт. А! Да блин. Вот это колеса оторвал, представляете? А-а-а! Да что это лагает? Странно очень работает. Бум! Кстати, от взрыва я еще, наверное, удалю парочку, что ты их много доставил. Опа, танк. Ой-ой-ой! Вот этот танк уфигачил! Вот это жесть! Вот это они мощные! Смотрите, танк улетел! Бум! Аж брызги мощные! А! За мной! Я в воду! Я вам не дамся, пацаны. Все, они в воду, кстати, не лезут. Они воды боятся, что ли? Да, да конечно, туалет. А, нет, не боится он воды, он в воде. А! Быстрее! Еще чуть-чуть, видели, как рядом? О, я убил! Ух ты! Вот! Футбол танками такой, видели где-то? Бам! О, туалет взорвался? Да, два туалета взорвалось. Он так легко бросает тяжелую технику, вообще ни о чем. Да он тренировался. Да? Годы тренировок, но уже фарфоровый, конечно. О, запаска. А, нельзя в ту тачку сесть, только симфис можно. Помогите! А, пиранья. Газуй, газуй, газуй. Они под водой тут. Да? Все, я уехал от них, немножечко передохну. Потому что, ну, нереально. Ого! Нереально мощно кидают наши тачки и нас. Мне кажется, они даже жестче, чем Абунга. Да, реально уже помощнее, будто Бунга так не умеет делать. Эти некс-боты вообще классные. Еще мысочка такой прикольная играет. На посрача. Да, вот это нормально, я стою, отдыхаю. Саня, ты что там совсем уже? Ай, не то нажал. Так, машина, переворачивайся. Газуй, 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 газуй. Отлично, он сзади, видите, как в притирку. Ой, извини, обстоятельства. Не хотел. Там чья-то машина под водой. Удалите ее. Подожди меня. Ого, дым. А если я тебя буду ждать, мне, скорее всего, убьют они. Он в танк садится. Эй! Новая машина! Поехали. На прокат взял. Поезжаем. Это ж... Это аренда на запись ролика. А, ё-моё, не то нажал. Спасибо. А, туалет, туалет, туалет там. Беги. Они едут. А где все туалеты? Чего их так мало? Да. Ой, красиво! Бум, они так таранят жестко. Кстати, эта машина не разваливается, они ее просто сильно толкают. О, танк в воду улетел. А, да, о, автобусник. О, маршрутка. Маршрут построен. Перестроен. О, я немножко здесь отдохну. Кстати, я хорошо выживаю, это самое долгое выживание пока что. Молодец. Не каркай. Автобус, подвезите меня, пожалуйста. А может они где-то зависли или нет? Он завис, автобус завис. Ну да, они колеса как-то таранят, так странно. А, он застрял, там он поедает автобус. Они любят автобусы поедать. Да, ого, он быстрый, вот это у него скорость. Я его обманул. Говорят, железо полезно для здоровья. Да, для туалета. Ого, взрыв. Осторожно, чуть колесо пробили взрывом. Извиняюсь, обстоятельства. Я понял твои обстоятельства. Беги. Теперь на бордюр плохо наезжай. Ой, колеса сразу улетели. Он нас ест, Дима, что делать? Надо выпрыгивать и бежать. А. Он, кстати, сам себя взорвал. Ну что, давайте их помочим. Все, я достаю пушки. Ну что? Ай! Не взяло его? Я думал, его возьмет. Так, надо оружие мне какое-то мощное взять. Так, 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 так. Ой-ой-ой-ой-ой. Где это чили-пиздри катается? Ай. Так, танки. А где скибиди туалет? А, вижу, вижу, вижу.
Что-то их мало, мне кажется, я их больше ставил. Ай! Я разрываю потихоньку. О! Я понял. Пару выстрелов, и он умер. Наверное, жизни мало у него было. Это где жесть. Где все остальные? А где все остальные? А ну давайте. А что, они сами себя повзрывали? Да, ну да, они когда взрывают машину, они сами себя дамажат. Ну да, ну все, они... я поставил еще. Сразу отфутболили. Нет. Отвали, скотина! А, туалет! Отвали! Опа! Я обманул, обманул систему. Опа, они спрыгивать боятся. Мочи из кибеди туалета! А, отвалите! Отвалите! А, да что ты кружишь? Ай, ты что? О, я лежу, отдыхаю. На солнышке. Ха-ха, возле моря. Скоро же лето, поэтому можно. Еще поставил. И сразу умер. Конечно, что ж еще делать? Миниган! Посмотри, даже не дали миниган. Миниган! Миниган! В студию! Не поможет. Ты думаешь? А это мы сейчас с вами и проиграем. Это жесть, они мощные. Да что ты будешь делать? Всех ложат. Всех, просто всех. Так, надо какое-то оружие другое взять. Во! Ой! А что зависает? Так, все, я их взрываю. Они меня разозлили очень сильно. Где моя бомба? Прощайте, пацаны! Ай! Ловлю! Ловлю бомбу! Давай, 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 давай! Было приятно. Ловлю, ловлю! А их не убило! Что? Они горят! Давай, Грэндвич, Грэндвич. Давай, Грэндвич, Грэндвич, беру. А, они крашат Гаррис Мод, ребята. Они видят, что они проигрывают, начинают крашать Гаррис Мод. Ах, вы читер. Видите, что они делают? 3, 2, 1, 0, взрыв. Что-то... Ой-ой-ой, красиво. Поприлетали бомбы. Все, мы всех убили. Наверное. Сейчас надо в это. Это самые умные NX-боты. При проигрывании они крашат Гарри Смот, чтобы вы их не убили. И еще, хорошо, что я за дом залетел. Все, пацаны, мы их уничтожили. Но учитывая, сколько раз они нас убили. А давайте посмотрим в табе, кто больше всех проиграл. На последнем месте у нас Уга Буга. А на первом месте... А что, пингвинуса всего две смерти? А он без заходил. А, ну все, тогда мы его не учитываем. Учитываем тогда... Все, Гусенек, ты занял первое место с конца. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Профит, Заварной Кофе, Гусенек, Подлючка, Фриз, Сахар, Пика. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребята, наконец-то вышел полноценный скибиди туалет, доделанный, и очень круто будет нас мочить. Если опять кушайте, приятного аппетита, а у нас выживание в школе Балди от скибиди туалетов. Погнали. Давайте проверим, он должен дверь открывать. Кстати, он двери ломает, вы видите? Ого, он мочит. Дима, а чё неадекватный? А, он двери поломал? А да, это же другие двери. Молодец. Ставлю много. Ставлю очень-очень много их, пацаны. Готовьтесь, их тут три вида. А я сейчас комнату забыл просто. Шучу. Так, много ставим туалетов. Ребята, не забываем подписываться на канал и ставим лайкосик, если этот ролик вам понравится. Будет много тысяч лайков, мы будем убегать от скибиди туалетов на машинах. Это будет вообще круто. Они прям по всей карте, слышите эти звуки? Они везде. Да. Дима, умирай, пожалуйста, как-то. Не, не буду умирать. Кто сейчас умрет, тот лох. Давайте посмотрим, кто из нас лох. Давай. Давай, Дима, умирай, пожалуйста. Не-не-не, вот с этого момента будем наблюдать, ребята. Но они, конечно, очень быстрые и жестко мочат. Да блин, извиняюсь. Есть! Есть подлючка! Лох! Да меня просто пролагала игра. Я двери закрываю за ними. Блин, ну все, я уже не лох, я поддался ему. Тим, беги в столовку, мы там. Я бегу, я бегу. Очень нравится мне этот мод тем, что он может открывать двери. Не все NX-боты двери умеют открывать. Обычно они стоят и тупят. Так, закрываем двери. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А! Не, лучше двери оставлять открытыми. Давайте проверим, можно вообще убегать? Да, бенни-хопа, можно, ребята, убегать. И это очень хорошо. Так, стояй, беги, блин. Вы чё? Сахар, я тебя убью сейчас. Ребята, если вы хотите с нами пообщаться и классно провести время, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. У нас-то уже 43 700 человек около того. Все, я вырвался, и теперь я могу спокойно постоять и передохнуть. Но они, конечно, очень мощные.
Мне кажется, надо еще, да, ставить? Да ставь, мало. Ставлю еще, ребята, потом сейчас полечу на то же место. А можно я постою в уголке и выжу? Ну, давай. Все, я стою. Еще поставил 9 штук, давайте 10. Итого уже будет 20 штук. Только не стой. Ух ты! А, беги! Беги, беги, беги! Пацаны, бегите, не останавливайся, не оглядывайся. Просто бегите. Они быстрые. На улицу. Лучше на улицу бежать, мне кажется, это будет получше. Вот их приманил от нас. О, класс, они застряли. Они ничего сделать не могут. А зачем ты их выпустил? Это не я, это ты их выпустил. Я не выпускал их, кто-то их физганом поправил. Хотел близко подойти, рассмотреть их. А это было круто. Ого, их тут. А, блин. А что у них за тусовка тут туалетная? Надо их физганом, кстати, потрогать и выпустить их. Я иду туда, на то место. А за что трогать? За глаза? За жопу. В туалете есть жопа? Он возле меня уже. Ой. Все, никого нету. Смотрите, как круто, когда тихо. Так, идемте их выпускать. Так, он не ко мне, он за мной. Он за мной. Отлично. О, ты их выпустил, да? Они тут толпой стояли. Отлично, молодец. О, убили. Кстати, вот такая вот музыка, когда играет, значит, кого-то убили они. А прикол то, что там три параши с этих дверей. Не широкие слишком. Да, они застряют. Ай, блин, об лестницу. Ох, они меня замочили. Опа, а что он тут стоит? Ай! Ой! Блин, ну они реально мощные. Ой! Это жесть просто какая-то. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что в конце ролика мы будем всех мочить. Мы должны всех будем убить. Но для начала мы еще поубегаем от них. Посмотрим, на что они способны. Дим, держи хлеб. О, давай хлеб, это ж моя любимая шутка, я тебе хлеба дам. Спасибо. На, хлеб я тебе дам, только не убивай. Блин, убили меня. Заразы, а. Игра пролакивает. Мне нет. Это у меня, наверное, из-за контента всякого там скачано. О, смотрите, вот он стоит здесь, и мы его сейчас рассмотрим поближе. Ну, пацаны, все, я выиграю, я на батуте сейчас стою. Я выиграю завтра. А давайте попробуем его ударить. О, я его могу бить. Запирай ногами. Отлично, отлично. Я его убью. Давай, забьем его. Мне кажется, монтировка это очень долго, да, будет? Монтировка 10 хп снимает. 16 монтировка снимает. Ну, все, так, я выжму. Теперь я выжму. А чё не убивает нас? А, он застрял. Они могут скапливаться за стенку. Ай-яй-яй. Убил все-таки. От жопа. Так, бежим. Так, пацаны, перехожу в тяжелую артиллерию. Так, в следующий раз, когда будем выживать от них, я все-таки поставлю плоскую большую карту. Даже на RGM Construct, чтобы было интереснее, тогда они застревать не будут. И мы их поставим 100 штук. Но я вижу, они не нагружают систему. У меня не лагает вообще. У кого-то лагает или нет? У меня не лагает. У меня тоже не лагает. Куча игр может пролагивать. Ну, у меня вообще четко все работает. Они позастревали все. Все, я буду помогать, чтобы они вытаскивались. А их надо физганом чуть-чуть трогаешь, и все, они сразу вылазят. И надо показывать путь. Какие они тут... Ладно, шучу. Так. Ого, вы их тут замочили! Нифига себе, смотрите, сколько ребята валяется. А где они там? Да там валяется и куча. Вот еще мертвый. Вот это, пацаны, жесткие. Есть. Не плачь. Не надо, не надо плакать. Ладно, иду. Так, сейчас, ребята, мы сделаем такую рубрику, когда я очищу. И я вселюсь сейчас скибиди туалета и буду пацанов мочить. И кого я убиваю, тоже берет скибиди туалета. Вы готовы? Да. Ну что, я пошел. Смотрите, вот я вижу одного жертву. Это гусанок. Давай. А вот еще одна жертва. Антида, тут пройду я? Да, проходит. Так, догоняем. Я не убил? Нет. Ах ты же пень. Так, давайте, быстрее. Так, мы его догоним. Кстати, очень быстрый Nexbot. Так ты обманщик! Ну, а как ты думал? Ой, я тебя слышу, Дим. Эй! Стоять! Так, гусанёк, ты меня троллишь! А ребята, за него тяжело убивать! Очень тяжело убивать! А как я убью тебя? Смотрите, он перепрыгнул! Есть!
Гузёк, ты не поддавался? Нет, ни в коем случае. Ну ты классно меня перепрыгнул. Я думал, ты срать начнешь в меня уже. Ну нет. Так, нас уже теперь двое. Кто последний останется выживший, тот лучший туалетник. Ой, выживальщик туалет. Так, я иду в школу. Кто выживет, тот сантехником. О, заварной кофе. Ты убил его уже, Санёк? Да. Молодчик, молодчик. Камера, конечно, немножко далековато, но это все равно прикольно. Так, ищем пацанов. Блин, двери нельзя открыть, и ЦЕ не работает, чтобы их удалять. Так, 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 а ну давайте здесь. Есть. Блин, да, они тяжело управляются, надо двери поудалять. А что, скрима? Скример так, есть? Дим, нажми на правую кнопку мыши, когда будешь человеком. А стоп, а кого уже? А что будет? Скример, будет, это, он будет убивать со скримером. Ой-ой-ой, класс. А кто остался? Так, никого нет. А давайте, кто остался живой? Я остался. А, еще хватает. Ага, они тут гранат набросали. Давайте попробуем пройти. А, ничего не случилось. Ты думаешь, что они там? Там, где двери? Полтова, ты остался? Заходи, заходи. Я остался, да. Запрыгивай своей жопой. Нельзя? Не заходится? Кто еще жив, пацаны? Ну, я остался жив. И все? Я не знаю. Блин, я уже хотел своего мочить. А как ты дверь поломал? Ну, вот, отлично! Блин, хорошо, что ты показал, что можно двери ломать. Все-таки, значит, он двери ломает. Да. Во-во-во, давайте. Толпа скибиди туалетов идет убивать всех. Может, у знычки где-то они? Интересно, какой у него это дамаг? Сколько он забирает жизни? Вот это очень интересно. Я да тихо, не мочи меня! А ты на улице или я где? Профит. А стоп, профит. Да блин, никого не вижу. Вообще никого не вижу. Так, разгоняемся. Вот это он быстрый. О, видел кого-то там вроде бы. Ну, давайте посмотрим. Вижу, вижу, вижу. Все, убили. Отлично. Пацаны, ну что, давайте, кто еще живой? Я остался. Последний? Вот. А, мы забагали. Ну, да давай, не дамажь меня. Я драка с среди такими туалетов. А кто это рядом с тобой? Махадайля. Ладно, ладно, все, все, Дима. Все, и Пика проиграл. Так, давайте теперь, пацаны, сделаем так, что я буду один выживать, а вы все должны меня будете замочить. Давай, давай. Так, давайте я улечу подальше. Ребята, сейчас будет самое интересное, когда я один против всех. Они что, расстояние не убивают, только в притырку? Ну, нет, если нажать на правую кнопку мыши, они делают скример, и можно убить на расстоянии. О, блин. Ну, давайте тогда не будем использовать правую кнопку мыши. Ну, ладно. Все, пацаны, я готов. Дима, пожалуйста, давай сейчас ты сразу умрёшь, чтобы было нормально все. Что думаешь? Ты хорошо чтобы подумал? Конечно. Да. Ну все, 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 давайте, я готов сразу умирать. Давай, покажи вещи. Ты меня не убьёшь. Он прыгает разве? А вот скример! Стойте, стойте, дайте еще раз попробую. Да я не знал, что он прыгает так высоко. Ну ё-моё. Дима, не, все, все, я готов. Давайте еще одна попытка. Давай, ну, это давай. Была проверочная. Да, мы, конечно, давай. Проверочная. Мы тебя пощадим, чтобы ты просто. Я слышу, плакал. Я слышу, выходите. Ой, слышу, кто-то рядом. Блин! Ой, блин! Хорошо, давайте я попробую с админским пистолетом. Возможно, будет с вами повоевать или нет? Да, конечно. Я псих! А где он? Я псих! Заходите, очкошники! Ой, я на пресс-пресс. Ого, тут труп туалета откатывает. Ну идиот! Идиот! Ну блин, все, еще разок попробую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вы мочитесь! Ну короче, туалеты сегодня вообще победили жестко. Да. Вот смотрите, как я его, как щенка. Как щенка мочу. Давай, кто на меня из туалетов? Кто? Ты? На.
Давай, подходи, подходи, подходи. Ага, ускакал очкошник. Давай. Да. Вот это было мощно. Короче, победили, победили. Пика у нас сегодня победитель, а Гусенек последнее место занял. Да, в смысле? А как ты хотел? Нет, не так? Ну так, все. Ладно, ладно, победила дружба. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Соль, Профит, Заварной Кофе, Хлеборг, Никита. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Ребятушки, как и обещали, сегодня у нас будет Скибиди Туалет, и будем управлять настоящими игроками. Если пять, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1. Кто первый умрет, тот лох. Кстати, ребята, Скибиди Туалет убивает машины с одного раза, поэтому будьте очень-очень осторожны. Он не догонит меня, он думает, что он меня догонит, а это невозможно. Ага, ты думал, я буду срезать, а я не буду срезать. Ой-ой-ой. Я успел. Так, заранее сворачиваю и вот так вот просто пролетаем по красоте, смотрите. Ой. Ладно. Ой-ой-ой. Да я специально поддался. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. И не забываем, что кто первый умрет, тот лошара. Так, а я беру себе заново тачку. Надо, кстати, зайти, наверное, вот такие вот спорт-тачечки очень быстрые. Все, я готов. Чтобы меня не распознал среди всех игроков. Че, еще никто не умер, что ли, у нас? Нет, да я догнать не могу. Я вижу. Он хочет меня поймать, но это не получится. Я буду просто газовать. Смотрите, ускоряемся на все бабки. По красоте. Отлично, отлично! Ну, блин, не нажимайте shift. Пацаны, нажимайте shift. Убил. Все, завар на кофе, теперь ты у нас скибиди туалет. Это очень круто будет. Ребята, надеюсь, в этом ролике я тоже побуду скибиди туалетом. Просто хочется попробовать, насколько это сложно или легко. Давайте, я готов. Давай, давай, начинай, покажи вещи. Давай, вы что, между собой сговорились, что ли? Будете чередовать? Машину его удалял. Так надо было же сказать готов. Ну, вроде Профит готов был, да, сказал? Я не знаю, что он сказал там. Все, погнал. Ну ты ж не убивай сразу, который там еще не успел датчика поставить. Ой, смотрите, чуть-чуть бы и убил. Он на расстоянии не бьет, только в притирку, да, убивает? Ну, там, не, нормально до расстояния. Так, я смотрю, как он сейчас... Есть! Ну что, теперь у нас Никитос. Ребята, у нас сегодня записывают 3 человека новеньких с Дискорда. Так что, если вы хотите с нами пообщаться и позаписывать ролики, заходите в наш Дискорд. Ссылочка где, пацаны, у нас? В описании. Совершенно верно. Так, пока у нас Скибиди Туалет идет, я подниму себе тачку, сделаю ее повыше немножко. О, теперь у меня вообще джип целый. Отлично, отлично. Бежит. Ай-яй-яй, еще бы чуть-чуть бы убил. Нет, не догоняет. Да соль себя убил. Смотрите, как он высоко прыгает. Это нереально. Мега прыжок от Скибиди Туалета. Так, бежит, я вижу. Так, отлично. Прыжок, а где он приземлится? Вот это уже интересно. Ну зачем? Кофе. Я не вижу его. Вижу, сзади. Ай, газуй. Отлично, я убежал, я знал, что у меня все получится. Ну, нет, никого не поймал, никого. Сейчас убьет, смотрите. Да, нет. Нет, не убил, на крыше потанцевал своим вонючим унитазом и никого не смог убить. Ребята, настроение отличное, надеюсь, вы смотрите наши ролики и немножечко улыбаетесь, как мы. Так, никого не догнал, вот он сзади бежит прям, в притирку надо сразу бежать. Машине просто пробегает и ничего сделать не может. Все, есть! Ой. Вы что, сговорились, заварной кофе? Ты чего? Специально, я просто хочу. Да ты поддаешься им всем. Ну да. А, ну все, я хоть понял теперь, что ты поддаешься. Так, ну я готов. Давай, покажи вещи. Вижу, бежит. Покажи мощь. Ну зачем вы за него дрифтуете? Вы же проиграете. Так, тихо, стой! Стой, газуй. Он рядом. А, не догонит. Аллашара! Ла-ла-ла-ла-ла! О, блин, врезался в меня. О, он прыгает. Нереально высокий прыжок. Обалдеть. А где он вообще приземлился? Я его не вижу. А вот он, я вижу, побежал. Отлично. Ого, он прыгает. Я сейчас, ребята, специально возле него поезжу, чтобы показать, насколько это легко уезжать от него.
Всё. О, опять Никитос. Я так понял, что сегодня у нас самые слабые игроки будут проигрывать просто тысячи раз. А я постараюсь ни разу не проиграть. Ох ты что, на двух колесах. Все, я буду чисто на желтой. Ну что, ты готов? Так, постоим пока здесь. Он побежал за другими игроками. Но он реально высоко прыгает. Он прям выше небоскребов. Как он не разбивается, когда он приземляется, это очень странно. Ух ты что, на дыбах! Красавелла, брателла. Так, а я буду здесь ездить поверху, чтобы он меня реально не убил. Надеюсь, это будет тот ролик, где я ни разу не проиграю. Он прям подо мной, смотрите, ничего сделать мне не может. Щенок! О, я сейчас попробую тут вот возле этих штук повыживать. Мне кажется, он меня не сможет убить. Все, проиграл, смотрите. Нет. Да он дрифтует, ты просто не нажимай лишний раз shift, ты будешь умирать просто. О, бежит в мою сторону. Блин, извини, я тебя не хотел. Стой, машина, газуй. Газуй, машина. Тихо, стопэ. Тихо, да что, тихо, стопэ. Газуй. Ничего не можешь сделать, смотрите, прям рядом бежит. Ну что ты, догнать не можешь меня. Не можешь. Так, спасибо, пацаны, вы его отвлекли. Не можешь догнать меня. Ля-ля-ля, классно. Просто кругами летаю, смотрите, ничего не можешь сделать. Класс, я уехал, все-таки я смог уехать. Ой, газуй. Отлично. Вот это я его обманываю по красоте. Где этот толчок? А вот он со мной, он меня реально хочет убить, но у него не получится, потому что я профессионал. Скорость я прописал. Я прям жесткая игра. Я себе скорость не прописывал. О, смотришь ролики, я ничего не менял себе. Ни свойства, ничего. А кто сейчас управляет им вообще? Никит. Никитос, ну что ты, никого убить не можешь. Никит, ну давай. Мне кажется, можно вообще спокойно стоять на месте, он даже не сможет убить, даже если будешь стоять. Ура! Отлично, конец, соль. Все, соль выходит на охоту. Молодец, соляночка, давай, покажи вещи, на что ты способен. Ну, мне кажется, в этой серии я не проиграю, меня не сможет никто убить. Как они не пытались бы, у него не получится. А, все. Профит, ну че это вот? Ты что, такой слабый? Профит не сможет никого убить. Профит, что ты нам вякнул? А ты меня не сможешь убить? Я очень хорошо езжу. Очень. Посмотрим сейчас. Давай. 3, 2, 1. Погнали. Я знаю, что сейчас будет пытаться меня убить, но я не дамся никогда в жизни. Смотрите. Понял? А я подался. Я тебе... Да ладно, я не ожидал, что ты просто... Да ну ладно. Да я подался ему. Ладно, не поддавался, просто не ожидал, что он меня убьет. Так, ну что? Я Скибиди Туалет. Так, кто у нас еще не проигрывал? Я. Так, этот на этой машине желтой проигрывал. О, на Кадиллаке, кто с открытой крышей? Ах ты что, я тебя не смог. Эй, ты что на меня щенок? Все, ребят. Боже, как это легко. Вы что так долго убивались, и очень легко убивать? 3, 2, 1. Погнали. Пацаны, не поддавайтесь, чтобы им прям жестко... А он не сможет никого выиграть. Мы будем сейчас ему очень сильно не поддавать. Ну ладно. А как он убил? Там расстояние было несколько метров. Так своей головой. Да, это... Я ему поддался. Так, ну что? Кто нас еще не проигрывал? А ладно, буду... Вот, кто на хаммере катается? Нет, тебе жопа. Нет, не надо. Ну не надо. Ребята, ну настолько просто, насколько возможно. Очень легко, очень. Ну просто impossible. Так, мы заходим в раздел спорт и берем очень быструю тачку. Изменим ее свойства, поднимем ей колеса. Чтобы она была намного выше. Я даже не на спорт тачке катаюсь. Все готовы? Да, 3, 2, 1. Погнали. Профит, покажи вещи. Профит сегодня самый больше всех участвует, кстати. Все. Ой-ой-ой-ой-ой, соляночка опять слилась. Сразу видно слабых игроков, таких как я. Смотрите, я покажу, как можно проехать по этим штуковинам с высокой подвеской. Ладно, это была шутка. И не получится. Я даю информацию, где находится Димас. Да не надо. Надо. Нет. Вот эта тачка нереально быстро. Соточку вообще разгоняет наизично. Дима, а ты где? Скажи, пожалуйста. Я с тобой переговорить хочу. Солянка хочет переговорить. Смотрите! Ха-ха! Проехал! Не смог! Лошара!
Отлично, отлично. Я сейчас принципиально тебя убить. Ты не, нет, ты меня не сможешь. Кстати, вот сейчас я принципиально уже поддаваться не буду никому. И давайте как раз проверим, поддавался я в тех сериях или нет. Это был специальный секретный маневр, который добавляет мне IQ. Ну, пацаны, вы врезаетесь и мешаете мне. Слава богу, IQ. Ну, не только тебе. Ну, и всем пацанам остальным. Смотрите, как легко я убегаю. А я так буду по кругу ездить, у меня не убьет. Смотрите, просто по кругу. Катаемся, веселимся, угораем. Вообще легко. Просто на расслабончике. Вот зеленый, Никита. Опять ну есть. Все, видите, пацаны, когда я сильно стараюсь, мне не могут убить. И сейчас все подумают, что в те разы поддавался. На самом деле я не поддавался. Я немножко понтовался. Все, ребята, последний раунд. Кто сейчас проигрывает, тот лошара голимый. Погнали. Стой, подожди. А, стой, голимый. Не хотеть? Я не хочу быть лошара. Вот сейчас я точно буду очень сильно все, играть. Все, давай. Лошара голимый, кто проиграет, это точно буду не я. Это будешь точно ты. Я не поддамся никогда. Смотрите, как я красиво, видели? Сделал просто трюк трюковый. Ну, это было очень круто. Это было эпично. Там насрёшь цветы. Вот это там умрет. Не-не-не, никто не умрет, пацаны. Главное что? Не сдаваться. А, он меня хочет убить, но я ж не поддамся, ребят. Я просто буду сейчас кругами вот так ездить и все. А, то, что он прыгнул, это тоже ему не добавит ничего. И только не мешайте, пацаны, я же хочу реально может выиграть. Может быть только самоуверенности. Нет. Ну все, смотрите, я убежал. Прыгнул, прыгнул. Смотри внимательно, он где он приземлится. Он колеса пробил мне. Да, кстати, такое возможно. Отлично, я вот прям встал в таком месте, чтоб... А, ну если мне мешать будут, то, конечно, я проиграю. Извини, Дим. Это все сходится. Опять? Вот он, бежит, бежит, бежит. Ну я же говорю, что будут мешать, по любасу. Да, давай, Дим, мы тебя... Не-не-не-не-не, я не подамся, пацаны, я просто буду на все бабки лететь. Это, наверное, тот случай, когда он будет очень сильно стараться, у него ничего не получится. Есть, соляночка! Это было круто, ребят. И надеюсь, что этот ролик поднял вам настроение. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Профит, поджигай! Ой-ой-ой, моя тачка просто растворилась в воздухе.